Доброе утро! Сегодня на завтрак у нас новое блюдо из гречневой крупы с имбирем и грушей. Оно не только очень вкусное, но и очень полезное. Для его приготовления нам понадобится 70 граммов гречневой крупы, 100 миллилитров молока, корень имбиря, одна спелая груша и чайная ложка меда. Первым делом разделяем грушу на две половины. Одну половину нарезаем тонкими слайсами, а вторую мелкими кубиками. Корень имбиря очищаем от кожуры и также нарезаем на небольшие кубики. В кастрюлю добавляем 15 граммов сливочного масла, кубики имбиря и груши. Обжариваем их на среднем огне пару минут. Добавляем гречку, заливаем 100 мл молока и 100 мл воды. Перемешиваем, доводим до кипения и варим на слабом огне до готовности гречки. Готовую гречневую кашу выкладываем на тарелку, украшаем слайсами груши, поливаем медом и можем наслаждаться вкусным завтраком. Почувствуй себя гурманом на своей кухне, сочетая, казалось бы, несочетаемые продукты. Полезный завтрак – залог успешного дня. Приятного аппетита!